Коняшечки. Какая красотка. Красотулька. Жеребцом. Итак, ребята, всем привет. Тема этого выпуска — манок на лесу в период гона. Покажу, как им пользоваться. Наверное, я чуть-чуть так спрячусь от ветра, чтобы не сильно задувал микрофон. Значит, называется он Nordic Fox Hit или Head, не знаю, как правильно там по шведиш, made in шведиш. Вот так он выглядит, такой маночек. Вот тут есть отверстие, тут тоже. Это дуделочка. Значит, как манить? Вот когда он работает, я проверял. Не все, конечно, но работает. Не все идут, но работает. Значит, идет кобель. Самка ни одна не пришла. Как работает он? Когда слышно, когда кобель нагнул, и когда сучка нагнул тоже, они перекликаются. Такое своеобразное тявканье. И вот когда ты слышишь это тявканье, делать надо вот так. Вот это отверстие, вот это зажимаем пальцем. И делаем вот так. Три выдоха. И потом такой протяжный фу, фу. Вот так. И так раза два-три. Я не знаю почему. Что это за звук. Может, он похож на их крики, выкрики там и так далее, но они на него идут. Это если он далеко, обнаружили вы лесу, да, и она идет с лаем. Вот таким макаром мы ее маним. Еще раз. А вот когда они уже подходят ближе, но, допустим, она подошла и не хочет поближе подходить на выстрел. Кто наблюдал, кто слышал, как делают лисы, когда они, у них брачные игры, любовные. Если кто слышал этот звук, то он ни с чем не спутает его. И они как бы, я даже не знаю, как назвать, как мурлыкают, что ли. Такой вот звук получается. Но это нет. Мы вот эту зажимаем, это отверстие, и делаем вот так. Только на выдохе, и это делается сюда, в манок. Вот так. Получается такой звук. И вот когда они уже ближе, пару раз буквально, можно один раз. Это тоже работает. Вот таких два звука он издает. То есть, когда далеко, мы делаем вот так. Быстро сделал. А когда поближе подходит, вот так.
Вот такой манок. Не всегда и не на всех, но я проверял, когда она идет с голосом, он работает. Сначала трули-трули-трули, а потом вот это тр-тр. И все, приходит, можно стрельнуть, подманить. Вот такие дела. Просили рассказать, вот вам, пожалуйста, как им пользоваться. Все, всем пока. Я побежал на засидку.